Всем привет! С вами Милана, мы на канале Милашка. И сегодня я буду играть в куклы. Всем привет! Также с вами мама Оля. Да. И сейчас Миланочка выгуливает своих лялечек на улице. Да. Сейчас мы с Миланой найдем ее подружек. Да. Вот наша площадка. Сегодня мы договорились с девочками, что они тоже вынесут лялек своих. И они вместе будут играть. Да. Все, смотрим дальше. Да. Ну вот, мы с Миланой пришли на площадку. Встретили пока только одну подружку. Да. Ее зовут София. Она пошла сейчас купит семечки. И мы решили покормить голубей, пока ждем еще Миланиных подружек, да? Да, вон у нас там уже голубь один ходит, где-то там. А вот воробушки. Да, и воробушки тут у нас есть. Пузико свое греет на песочке. Милана нарядила свою Настю, куклу. Покажи, что у Насти есть. Колготки. А сегодня прохладно, ветерочек. Милана Настю потеплее одела. Потом платьишко и кофточку. А прическа-то какая у нее там? С бантиками. В горошек, в полоску, да? Угу. Бантики такие. Ты будешь голубей кормить, да? Да. У нас во дворе дикие голуби кушают с руки. Мы каждый раз выносим семечки, и они уже нас не боятся. Очень хорошо не боятся. Да, иногда некоторые даже прям на руку садятся и кушают. Да. Вот Настя тоже будет кормить голубей вместе с Миланой, да? Все, смотрим дальше. Сейчас Насти нет. Да, сейчас они подойдут. Сейчас я пойду катать Настю на качели. А еще, когда Милана качает Настю на качели, она считает до 10, да? Да. Давай, считай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Как это? 7, 8, 9, 10. Мы пришли. О, давайте. Вы на YouTube? Итак, наша прогулка заканчивается, да, Милан? Да. Потому что начался небольшой дождик. И мы решили вернуться домой и переждать его дома. Да. Ну все, Милан, скажи всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Всем пока.